Всем привет! Сегодня какие-то пробки в городе у нас. А мне ехать вообще через весь город просто нужно. Не знаю, конечно, успею я или нет, меня там люди ждут. Но надеюсь, что успею. Да и особо не понарушаешь сейчас, потому что перед Новым годом везде камеры наставили. Поэтому сильно не погоняешь. Ну и машина, конечно, не для гонок. Тормоза на старом Икарусе уже совсем никуда не годятся. Поэтому надо заранее тормозить. Так. Пропустите, ребят. Аккуратненько. Все, хорош, хорош. Так, мне по кольцу надо, да? Что там у нас? Давненько не ездил за рулем чего-то такого огромного. Подожди-ка, подожди, газелист. Пропусти, давай-ка. Вот. Вот так вот. Вот это спасибо тебе. Все. Так, уходим с кольца. Наш поворот. Правильно, правильно. Ох. Ёшкин кот. Это что там такое случилось? Так, аварийку на всякий включи воткнем. Ну-ка, что там произошло у нас? Так, ну я-то по своей полосе еду. Не знаю, но это тоже. Номера, значит, купил. Дороже, чем машина, а ездить не купил. Я понял. Судя по звуку, кого-то сбили только что. Все, ладно, некогда мне здесь простаивать, надо ехать. Включаю аварийку. Всякое бывает, гололед, зима. Сегодня он как засыпало, и машин сразу много в городе. Все готовятся к Новому году. Подарочки там, на стол что-то надо купить. Никого вроде нету. Так-с. Здесь вот на кольце всегда пробки. Надеюсь, проскочу. Ну-ка. Так, хорошо, хорошо. Лучше приторможу заранее. И уходим с кольца. Ну, здесь повезло, надо отметить. Ты посмотри на него, а. Все, не имется ему никак. Так, мы вот так вот и сейчас за коллегой пристраиваемся. Давай, поворачивай, дружище. Что там такое-то? Ну-ка. А мы здесь не пролезем, я понял. А вот тут очень даже. Дружище, спасибо тебе, что пропустил. Фу, опять здесь, посмотри, просто посмотри, что на встречке творится, а. Это здесь стоялого на целый день. Вот так попадешь, реально на целый день стоять будешь. Ужас, конечно, куда все едут? Выходной день, ну куда все едут? Ну посидите дома, отдохните, телевизор там посмотрите, в интернетах своих полазьте. Нет, всем надо ведь ехать куда-то. Ну, сейчас все. Здесь на этом переезде сейчас постоим. Ну, хотя нет, вроде едут. Смотри, смотри. Без шапки ходят. А вот еще один. Но это на самом деле такое дело-то. Не знаю, лучше в шапке, конечно. Все-таки зима, тем более снег падает, башка мокрая вся, продует, не дай бог. Кому это надо? О, номера-то какие впереди на Форде. Это, наверное, какой-нибудь этот оперуполномоченный там едет. Хотя не тонированный, наверное, нет. Че? О, коллега догнал. Поехали. Аккуратненько, дедушка, дедушка. Пропустите дедушку. Еще один. Два брата-акробата идут. Все, поехали. Ну, здесь на самом деле, смотри, вообще чисто. Я удивлен. Оттуда, где выезжал, на трассе полно было машин. Куча просто машин. А тут вообще нормально.
можно спокойно двигаться. А я переживал так, думал, мало ли, как в тот раз получится. Когда ехал, нужно было прям успеть, и никак не получилось. Ну-ка, 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 что там они делают-то в салончике? Показалось. Странно, как-то руки у них расположены. Ну, ладно. Салон у меня пока пустой и чистый, что немаловажно. Тут, кстати, билеты продаются, можешь это, ну, выбрать место, какое хочешь пока. Как бы напиши, какое место тебе занять, потому что пока их много, свободных. Часто наберем людей, и не будет уже столько свободных мест. Ну что, поехали потихонечку. Нам направо. Оп! Нормально. Обошел по чуть-чуть. Тут вообще шикарный вид такой открывается с этого моста. Мне прям нравится. Тормозь, тормозь. Оп. Так. Не будет ли у нас здесь на повороте стоялого? Вот это интересно, конечно. Ну, будем надеяться, что нет. Какое-то радио сегодня странно играет. Что-то уходит он налево, коллега впереди. Что, он уходит налево? Непонятно. Ты же со всех сторон... Тут полоса только для поворота. Так, мне тоже надо уходить, значит, налево, потому что мне прямо. Вот так вот. Вот так вот. Что-то передумал, да, он уходить-то? Такая новогодняя атмосфера прям мне нравится. Еще вот небо такое затянутое, конечно, вот было бы чуть-чуть оно посветлее. И вот так снежок идет. Класс. Ну или солнышко хотя бы вышло. Ну так тоже неплохо. Ну и что ты стал-то есть? Никого же нет там. Передумал. А вон, впереди автобус встал. А там стрелка, а он стоит. Ой, как ездят, не знаю. Все, зеленый, поехали, поехали давай. Еще осталось здесь полпути почти. Ну давай, давай, Lexus. Посмелей немножко. Чуть-чуть посмелей, давай. Сейчас светофор, ну моргает светофор, но едь-то посмелей маленько, ну ты че? Смотри, что делает, а? Ты что, меня проучить вздумал, что ли? А, девка за рулем. Понял. Так. Аварийка, ей моргнем, чтобы она поняла, что все нормально. Что я не буду сейчас тормозить перед ней, как она передо мной. О, о, смотри, идет раздетая. Вот так вот. 20-м Новым годом. С наступающим, хотел поздравить тебя. Спасибо, что смотришь. Надеюсь, у тебя Новый год будет лучше, чем предыдущий. Прям хорошо. О, снег пошел в нашем направлении. Теперь хоть лобовое не будет заваливать снегом. Так, а что у нас? Поворачиваю, да? А, все, понял. Блин, и это тоже поворачивает. Вот так вот. Не, надо-ка, наверное, мне встроиться в свой ряд, а то что-то я мешаю людям, наверное. Не стоит этого делать. Спасибо, другалек. Спасибо. Прям... По радио новогодняя песня. Слышишь? Прям вот эти колокольчики такие новогодние.
Ух ты, елку уже поставили. Прикольно. Три елки с подарками. Молодцы, конечно, красиво стало. Дороги отремонтировали, елки поставили. Класс. На заправочку заеду сейчас по-быстрому. Вот так вот. Аккуратненько. Вот так. Там у нас все нормально. У меня карта автоматическая списывает. Сейчас заправщик заправит и поедем. Как тут у нас по приборам? О, полный бак. Ну, можно ехать. Спасибо. Немножко не вписался. Оп. Вот так вот. Ну, мог бы пропустить. Нет? Не по... Вот этот, наверное, пропустит. Да, пропустит. Все, спасибо. Главное вот быть вежливым водителем. Аварийка моргнул. Кнопочку одну нажал, несложно. А человеку приятно. Даже если он не хотел пропускать, все равно приятно. Что тут у нас? Все хорошо. На, вылез, конечно. Молодец. Ой. Ну что, мы едем или кого? Так, а мне по кольцу-то? Не, я все правильно встал. Мне по кольцу налево уходить. Полиция, что ли, или что это? А, нет, это МЧС, кажется. А что они, мигалки включили и не едут? Так, сейчас по колечку. У нас там развязка такая непонятная будет сейчас. Ну ничего, мы с тобой разберемся. Там просто навигатор не до самого места ведет. Ой, какая елка красивая здесь. Непонятно, конечно, зачем она здесь. Тут же не площадь, а кольцо всего лишь. Но все равно приятно. Так. И вот сюда вот. Вот так вот. Все. Ну, теперь можно ехать. Хотя лучше, наверное, мне сейчас сразу перестроиться в правый ряд. И самое главное, не проморгать поворот свой. Что-то мне подсказывает, что вот это мой поворот. Наверное, здесь мне нужно повернуть. Ой, что произошло? Аварийка. Ёлки-палки. А как же так я зацепился-то? Не заметил этого выступа, получается, что ли? Хм. Что-то неприятное произошло. Но ничего страшного, мы же не будем расстраиваться за это. Немного назад нужно. Вот так вот, совсем чуть, потому что там машина стоит. И пошире вот так вот. Все, аварийку выключаю. Да, маршрут до точки не может быть проложен. Это я понимал сразу. Поэтому сейчас поедем. Так, по наитию. Аккуратненько притормаживаю. Что-то здесь прям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, несет. Прикинь, гололед. Вообще прям сильный такой гололед здесь. Ну давай, выезжай, дружище. Мне тоже сложно будет выехать, я в эти зеркала вообще ничего не...
не успел. Только за тобой я сейчас. Вот так вот. Вот так вот, отлично. Так, а вот теперь куда? А вот теперь куда мне? Я, наверное, сейчас припаркуюсь здесь. Немножко на обочинку залезу, вот так вот. Потому что я не знаю, куда дальше ехать. Саварейку воткну. Надо посмотреть по карте. Так, мне сейчас направо и налево. Хорошо. Извините, ребята, извините. Ух ты. Бабуля, аккуратней, смотри, гололед. Так, мне сейчас прямо. Надо пропустить ребят этих. Или здесь? Я, наверное, вот здесь заверну. Так, наверное, попроще мне будет. Ой! А я что-то мне показалось, что... Блин, перепутал я. Перепутал парковку и показания этого. Ладно, сейчас здесь завернем. На Волге ударил девчонок и уехал. Зато райончик тут. Ладно, я скорее вот так вот в окружную сейчас съезжу, чем я буду здесь стоять до завтра. Так быстрее будет. Хотя, может, сейчас будет какой-нибудь поворотик, и я не упущу возможности, поверну туда, конечно же. Нет, здесь нету уже. Ладно, сейчас в кругаля дам. Надеюсь, здесь не будет ничего. Здесь вроде тихо, спокойно. Вот здесь можно повернуть. Вроде машин мало. Так, давай. А это не тот волговод, который гелик только что ударил? По-моему, он бочина мятая вся. Да ты посмотри, и здесь уступи дорогу. Сейчас это мы здесь, конечно... Подожди, а... Я понял, все нормально. Фух. Тяжеловато здесь, конечно. Только не понимаю, почему... Почему навигатор сюда не довел? Интересно, бабушке не холодно, она идет как будто в сандалиях каких-то летних. Как-то печально стало от этого вида, от бабушки в сандалиях. Ух ты, разогнался я что-то сильно. Так. А мне вот сюда нужно. Так, вот этот поворачивает. Там никого. Там машина. Да что же у вас сколько много-то? Ты посмотри. Едут и едут. Так, тут две. Вот так вот. Фух, как раз успел. Ну и все, сейчас до конца, а там я налево иду. Вот интересно, что на кольце елку-то поставили, а здесь столько домов, а вот площадь вот эта вот и елки нет здесь. Почему-то. Парковки есть, а елки нет. Ну ладно. Что мы все о грустном, да о грустном. Зима, хорошее настроение. Вот так вот. Фух. Тяжеловато, конечно, здесь крутиться по этим маленьким улочкам таким.
Здесь надо, наверное, дворнички включить. Ой, что-то дворники это не работают у меня. Дворники не работают. Это нужно в сервис съездить. Так, сейчас тогда здесь. На точке. Кто-то должен зайти, да? Не знаю, сейчас подождем. Наверное, кто-то должен зайти. Раз меня сюда пригнали, на эту точку, правильно? Ну и что, поехали тогда в сервис? Где у нас сервис? А сервис у нас вот здесь вот находится. Так. Не может быть построен маршрут. Интересно. Ну а что нам строить? Мы сейчас выезжаем отсюда. Поворачиваем и куда? Налево поворачиваем. А потом направо. Поехали. Налево и направо. Так, чтобы тут налево повернуть, нам нужно перестроиться вот так вот. Полицейский впереди, надо осторожничать. Оп, вот так вот. И налево тут будем уходить. А потом сразу направо получается. На развязочку. Ух ты, смотри, там что газели сделает. Сейчас ударит машину сзади. А, не, ударил. Я думал, там сейчас сомнет просто этого гольфа. Ты смотри, что делают. Что происходит, я не понимаю. Куда он едет? Пьяный за рулем, что ли? Смотри, какая пробка образовалась. О, разъехались. А нет, не разъехались. Ух ты! Что на Мерседесе-то делает? Вот это затор тут. Я не понимаю, что они творят. Ой, смотри, на Камри, кажется, въехал в Жигули или нет. Ничего не понимаю, что творится. На Мерседесе куда? На встречку хочет выехать или как? Там Камри туда-сюда едет зад-вперед. Что происходит вообще? Да. Вот это мы зависли сейчас. Ой, ну что, давай еще раз посмотрим на это. Так сказать, на эту ситуацию под другим ракурсом посмотрим. Там у нас две полосы стоит. Тут Камри не может объехать Жигули. Соответственно, Жигули не может выехать налево. Мерседес что-то пытался сделать, но ничего не сделал. И все, мы зависли здесь или как? Вот я не вижу за деревьями, но там, по-моему... Ох ты! Там просто вся трасса стоит. Ты посмотри, сколько там машин. Мне на секунду показалось, что вот эта Шевинива передо мной уехала. Нет. Ну, стоим. Что делать-то? Ребят, ну давайте там как-то разрулитесь уже. Ну что вы? В принципе, можно пока, наверное, чайку попить. Не знаю, но это когда-нибудь разрулится или как? Это же не смешно даже. Сзади меня машины? Я не вижу, сзади меня машины есть или нет, но... Наверное, по-любому есть. Сейчас посмотрим. О, сзади меня нет машин. Так. Давай-ка вот так мы сделаем сейчас. Ну-ка.
Мы вот так их немножечко объедем, потому что тут какой-то страх и ненависть в Лас-Вегасе какая-то происходит. Это вот, ну просто, чтобы, как говорится, было понимание того, что происходит. Это как-то вот, как-то вот так вот выглядит. Это нормально? Я не понимаю, что мешает на Камри проехать? Ладно, я выйду, наверное. Я просто боюсь задеть машины, потому что все-таки места маловато. Не, я не выйду здесь. Так получилось, что я, по всей видимости, сделал затор еще больше. Потому что теперь и эти не могут тут проехать. Так, а если я... Ладно, сейчас по зеркалам буду смотреть. Сейчас еще немного вперед. Я просто Мерседес боюсь задеть. А тут Газель у нас. Мне кажется, или там сидит товарищ полицейский в Камри. Мне кажется, мне не кажется. А мне не кажется. Товарищ полицейский, ну как так-то? Ну что это такое? Просто посмотрите на этот затор. Ладненько. Не, я сейчас что-то задену. Или Газель. Или Мерседес. О, прошел. В миллиметражах. Просто миллиметражник. Ну все, выезжаю потихонечку, аккуратненько. Потому что здесь это, конечно... Не надо вот... Так, тихо, 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 ребят, тихо. Сейчас я буду пытаться выехать. Фух. Ну, что сказать. Это было непросто. Ладно, теперь мы можем спокойно сейчас завернуть сюда. На автомагистраль. Мне кажется, я минут, наверное... Наверное, минут 20 тут потратил. Ой, а что-то магистраль-то тоже у нас не особо едет. Или едет? Ну, такое... Выезжаю, да? О, спасибо, спасибо. Приятно. Выезжайте, ребят. Чего вы? Ты не поедешь, что ли? Давай, давай, езжай. Конечно, езжай, ты чё? Сейчас будешь стоять вот до завтра. Все, спасибо. Смотри, вот даже не поморгал. Вот что мешало поморгать аварийечкой? Даже не поморгал аварийечкой. Теперь можно починить. Ну все, добренько. Едем чинить. В принципе, 80 можно ехать. Накат неплохой у автобуса. Мне прям нравится. Хороший такой накатец. Он чуть-чуть подразогнал его. Все, он прет. Что-то он на газоне делает. Разогнался, что-то остановился, разогнался, остановился. Тоже, наверное, разошелся, потом на спидометр посмотрел, но нет, не надо. Какие-то индийские мантры начались по радио. Тебе как вообще такое? Я что-то не особо. Вот та новогодняя тема, которая была, прям хорошая, мне нравится. Жаль, перемотать нельзя. Ну и чего? Как зеркала настроить? Вот что-то зеркала бы с удовольствием я подстроил по-другому, потому что...
Мне как-то не нравится с такими зеркалами. Ладненько, давай-ка ускоримся. Да, без дворников. Ну, в принципе, видно, но хотелось бы, конечно, чтобы починили. Без дворников такое себе. Сейчас тут дождь пойдет, и как? Будешь ехать, все лобовое будет залито. Дворники, конечно, это нужная вещь. Что-то у меня двигатель не догревается почему-то. Температура на минимуме. Хм, странно. И на улице не так холодно. Может, с термостатом что? Надо сейчас, наверное, чтобы они прям хорошенько посмотрели автобус. Что там с ним и как. Тоже сейчас надо работать ехать. Не знаю, ладно, сейчас дворники пусть посмотрят. О! Снег пропал. В другую сторону подул, видимо, ветер. Чуть не врезался я сейчас. Ну а где сервис-то уже? Ну что ты тормозишь-то? Так, проселочная дорога мне не нужна. Мне прямо надо. Да, что-то поаккуратнее надо ездить. Не на легковой все-таки. Ой, аудишка какая классная вот эта. Это А6 или... Да, А6. Тебе как вообще она? Мне вот прям нравится. Ну, сзади, по крайней мере. Спереди, может, не всегда они там супер красивые, но сзади прям вообще красивая машина. Не знаю, что они все ждут. Вот полоса свободная. Встал и пошел. Просто встал и пошел. Чего ждать? Куда ж ты лезешь-то, елки-палки? Вроде не девчонка за рулем, а сейчас бы произошло непоправимое. Здесь, конечно, затор капитальный. Я представляю, что бы здесь было, если бы был сейчас час пик, все бы с работы ехали или на работу. Бы, конечно, вообще не разъехаться, не проехаться было бы. О. Такая дорожка-то утомительная, если честно. Погода еще вот эта. Солнышко светило бы. Прям хорошо. А вот эта погода, прям от нее так спать охота. Ну что, я почти приехал. Вот он, автосалон. Так, это автосалон, а мне нужен сервис. Это дальше, кажется, да? На сервис дальше. Ой, какие красавцы стоят, смотри-ка. ML-ки, гелики, все новенькие. Ешки 210-е. Красота. Вот это красота. Так, тут пост у нас. И после поста, по-моему, должен быть сервис. Ну, раньше так было. Сейчас посмотрим. Ну что тут встали-то? Ребят, что стоим? Странно, этот ряд едет, а что-то поворотники все включают. Авария, что ли, там впереди? Ну-ка, сейчас прогальчик будет, я, наверное, попробую. Ну, что же у вас как много едет-то? Ну, пустите хоть кто-нибудь. Ты смотри, а. Ни одна гадина не пустит. О. Поехали.
Или не поехали? О! Перед коллегой вылезу. А что здесь такое? А-а-а! Тут объезд. Объезд сделали. Давай, ребят, пошли. Давай, 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 поехали, поехали. Во, давай, давай, пошел. Маленько пропустим сейчас. Ну давай, 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 смелее, смелее, едь, едь. Едь, пропускаю, женщина, едь, пожалуйста. Все, ладно. Ну все, хоть аварийкой моргни. Пожалуйста, на здоровье, ага. Так, ну чего? Вот у нас сервис. А я туда смогу вообще залезть-то на автобусе, наверное? Так, не, первые ворота точно. Ну-ка. Так, назад немного. А я вообще прохожу по габаритам-то или нет? А я не прохожу по габаритам, мне кажется. Сейчас надо выйти посмотреть. Ну прям, наверное, впритык, да? Да, прям впритык по высоте. Ой. Так, назад надо. Надо назад. Так вот. Да блин. Не помещаюсь я немножко. Ну-ка, давай, давай. Вот так вот. Здесь как? Тут проходим. Вот так вот. Без прицепов написано. Так у меня нет прицепа-то. Так, на паркинг. На стояночный тормоз. Глушим. Ну, посмотрим сейчас. Надеюсь, устранят неполадки-то все. Технические работы завершены. Вы можете ехать. Все работает, что ли, теперь? Или нет? Ой. Ого. Вот это выпинули меня с сервиса. Ну... Не знаю, если честно, как это работает. По-моему, что-то не работает нифига. Обороты вон скачут, как и скакали. Дворники-то проверим. Вот это автосервис. Я причем слышу, как мотор гудит там. А ничего не двигается. Ну, едет вроде. Но не знаю, по-моему, так же едет. Разницы не почувствовал. У меня еще вот почему-то двери не открываются. Вот эти передние. Как их открыть-то? Не открывает двери. Вообще ни в какую. Не знаю. Так и не починили, в общем. Вот вам и сервис. Вот вам и специалисты. Я знаю, надо куда ехать. Сейчас поедем... К дяде Ване мы поедем сейчас. Вот кто-кто, а дядя Ваня, он... Специалист. Он реально вот... Умеет, могет вот в этих вот машинах, все понимает. Поэтому поехали мы к нему. Так... Он нам все починит, я думаю. С полоса разгона, можно так сказать, да? Вот так вот. Вот это я понимаю. Ну, по-моему, получше поехал.
Вот дворники бы починили. Как думаешь, надо же дворники починить? Я тоже так думаю. Все, поехали тогда к дяде Ване потихонечку. Но все плетутся, конечно, сил нету. Ты посмотри, какой наглец на Мерседесе. Ты посмотри только. Да. Не зря, наверное, говорят, что наглость второе счастье. Я не согласен с этим, но... Так, чего опять здесь у нас? Чего опять объезжают? Опять авария какая-то. Тут каждый раз, когда дождь, снег, ну, в общем, перемена погоды, то пробки, то аварии, постоянно такая тема. Не знаю, в связи с чем это. Ну и чего мы встали? О! Поехал. Просто поехал. Странненько, конечно. Мне даже интересно, что там такое случилось. Был почему-то уверен, что сейчас кто-то вырулит. Так, а мне куда? Прямо же? Зря я, наверное, тогда в эту полосу залез. Обратно сюда встроюсь. Просто так хоть видно, а то за КамАЗом я и не вижу ничего. Чё по радио играет какая-то фигня одна? Забуксовал сейчас в горку-то. О, вот этот вид мне прям так нравится на город. Вот особенно вот сюда направо. Здесь налево не особо, а вот направо прям красота такая. Как бы весь город на ладони. Ну, не весь уж, район один, но тем не менее. Красота прям. Здесь из-за больших домов не особо видно. Здесь как будто постоянно какая-то дымка. А вот тут прям красотища. Дорога вот эта видна. Дома окружающие. Что-то подтраивает, мне кажется. Только не знаю, чего тут может подтраивать. Форсунки. Все-таки не бензин, да? Свечку поменял и поехал. Здесь дизелек-то по-другому же устроен. Может, форсунки как-то льют неправильно? Не знаю. Вот сейчас до дяди Вани доберемся. Он специалист с руками и головой. Я думаю, сможет разобраться в этом деле. Самое главное, что дворники починит. О, буран прямо пошел. Причем здесь снег как бы на меня летит, а сверху в ту сторону. Видишь, да? Сверху, вот который мелкий, он прям вперед летит, а этот как бы сюда, в лицо. То ли ветром так закручивает. Что ж так медленно вы едете-то, ребят? Ну, чуть-чуть газику-то поддайте, маленько. Газку. Все что-то боятся, трусят. Дорога хорошая, почищенная. А смотри, как Пассат едет, его трясет прямо. Смотри, весь. А почему его так трясет? Смотри, как трясет его. Он тык-тык-тык-тык-тык, вот так едет. Хм, а что ж такое? Их ты, прикол. Такого я еще не видел. Ну куда едем-то вообще? Вот эту дорогу по-хорошему, без пробок, ну 5 минут ехать от силы. Ну уже, мне кажется, минут
10 едем. А тут еще 1/5 пути только я проехал. Давай, давай, ну посмелей маленько. Ну что ж ты на БМВ-то? Ну чуть-чуть газку поддай. Да. Этот газ-тормоз постоянно. Сейчас все топливо кончится. И ведь никакой ряд не едет. Ну, может, сейчас половина отсеется, конечно, в город идут. А мне-то туда, на загородку. По обводной поеду. Давайте, давайте. Поворачивайте налево, ребята. А я направо пошел. О, сейчас разгрузится, конечно, дорога здесь. Все, другой разговор. Вот этот на БМВ что-то медленно едет. Так, тормозь. Тормозь, тормозь. Все, тормозь. Сейчас на БМВ будет стоять. Выскакивай, ну ты чего? Ёлки-палки, ты посмотри, какой он тормоз. Там столько расстояния, там, ну, легко я успею. Легко. Вот. Вообще легко. На автобусе, а он на БМВ. Что за радио такое играет, я не пойму. И не переключается, самое главное. Какая-то нагнетающая какая-то музыка играет. Все, одностороннее у нас кончилось. Ну чего, ну ты еще на Тахо давай также тормози. Ну вы чего, ребят? Елки-палки, ну давайте газульку маленько. О! Давай-давай, поехали, Пассат, поехали. Поехали-поехали. Давай-давай-давай-давай, смелее. 5 в этого уперся, да ты чего, угораешь что ли? Во! Во, молодец, молодец, давай-давай-давай-давай, шуруй. Во, хорош. Вот на... О, ты смотри, смотри, на БМВ, смотри, что на... О, ты смотри, проснулся. Че, не понравилось, что я тебя обогнал? Ты смотри, как туда-сюда швыряет его. Тут неадекват за рулем. Вообще неадекват. Ты еле оттормозился. Мне налево вроде сейчас надо будет поворачивать. Но здесь трасса, здесь я быстренько доеду. О, вот это поливаю, неплохо. Ух ты! Фух, блин. Что творит-то он, а? Просто начал тормозить прямо передо мной. Посмотри на него. Так, а мне... По-моему, я навигатор неправильно поставил. Я сейчас знаю дорогу другую. Сейчас по другой дороге поеду. Ты посмотри, что делал. Ух ты. Тихо, тихо. Да, блин. Выезжай, выезжай, выезжай. Смотри, тянет его. Тихо. Стой. Все нормально? Да. Чуть в кювет не улетел. Просто чуть в кювет не ушел, а? Ты посмотри. Так, сейчас надо аккуратненько, наверное, назад сдать. Теперь вперед. О, честно, испугался я, конечно.
мне не пропустить надо поворот, потому что я на навигаторе неправильно поставил поворот. Я почему-то не туда сориентировался, не на то место. Вот мой поворот. Правильно же. Что-то я запутываюсь сейчас. Ух ты, аж заглючил. Навигатор заглючил у меня. Так, я где? Ну-ка. Проезжаю точку эту. Все, навигатор нормально починился. Вроде правильно еду. Мотор так и не греется у меня. Холодный мотор. А может поэтому и стекло холодное, и снежинки не тают. Не липнет поэтому. Ну давай, давай, ну чего? Ребят, ну давайте. Ну смелее, автобус троит у меня. Боюсь, как бы с этот... Форсунка никакая не лила. А то оплавят поршень, и все. Капиталку, движку делать, это очень дорого и долго, самое главное. Так, поворот еще один надо не пропустить. Или он не здесь? Тихо, тихо, тихо. Вот этот поворот. Вот он. Сейчас к дяде Ване мотористу приедем. Он столько тракторов перечинил. Я думаю, спокойно и с автобусом справится. Но какая разница, что там дизель, что там дизель. Вон дядя Ваня. Оп. Ну все, приехал. Сейчас будем чинить. Наверное. Так, фары надо вырубать. Все, двигатель глушу. Ну что, надеюсь, получится починить автобус. Очень на это надеюсь. Если понравилась серия, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока.